Торгово-промышленный парк продукции России, Китая и Северной Кореи планируют создать на территории Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа Ху Цзяфу во время рабочей поездки в Янцзы. Глава региона подчеркнул, что Яньбянь-Корейский автономный округ граничит с Приморским Хасанским муниципальным округом, что позволяет наладить тесные взаимовыгодные отношения. Я докладывал президенту России Владимиру Путину о необходимости ускоренного развития Хасанского района, увеличения приграничных сотрудничеств, модернизации пунктов пропуска, которые долго лет находились в таком состоянии, не отвечающем современным требованиям, и дано указание по интеграции всех пограничных вопросов с китайской стороной. Вот, модернизация пункта пропуска, и работа началась. Губернатор отметил большие перспективы в создании торгово-промышленного парка на территории Приморского края, который будет включать продукцию товары трех государств – России, Китая и КНДР. Также на встрече поднимались вопросы участия китайских компаний в строительстве в Приморье автодорог, создание логистической зоны, открытие безвизового группового туризма, внедрение электронных виз. Ху Цзяфу поблагодарил губернатора за визит и выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве между регионами.